Привет из Японии, с вами Наташа. Добро пожаловать на мой канал. А сегодня я вам расскажу о японском блюде, которое называется охитащи. Сегодня у нас комацуна. Это растение немножко похожее на шпинат. В принципе, честно говоря, я не знаю, как оно правильно называется на русском языке. Я специально посмотрела в интернете. Там переводится как японская шпинатная горчица. Вообще, это блюдо охитащи можно делать не обязательно с комацуны. Также его можно делать с шпината и из других зеленых овощей. Что вообще значит охитащи? Охитащи — это способ приготовления, когда вареные овощи просто заливаются соусом. Это блюдо появилось в 8 веке. Первые упоминания о нем, по крайней мере, были в 8 веке. Поначалу вареные овощи заливали соевым соусом. Через некоторое время стали готовить специальный, как сказать, бульон, да, соус, то есть, который включал не только соевый соус, но уже саке и бульон даши. Так, сегодня мы постараемся приготовить. Что нам для этого нужно? Во-первых, это комацуна. Вот у меня целый пучок, хотя для рецепта нужна только половина. Естественно, мы его помыли. Если у вас в магазинах не продается комацуна, можно взять шпинат. Даже я вам посоветую сделать со шпината, потому что получается очень вкусно. И это, наверное, самые традиционные блюда хитащи из шпината. Также можно взять, например, баклажаны, тоже очень вкусно получается. Так, что нам нужно для самого соуса? Это даши. Вот этот даши я сегодня делала сама, но можно взять уже готовый. Вот, к примеру, у меня есть бутылочка даши, когда мне некогда делать, я использую готовый. Иногда он бывает еще в порошке, его нужно просто развести водой. Так, следующее — это 1 столовая ложка саке. Так, даши я забыла, да, сказать, что нужно 5 столовых ложек. И 2 чайные ложки соевого соуса. И для присыпки у нас используется кацуобуши. Это мелко-мелко наструганные рыбные хлопья. Вот так они у нас в таких упаковочках продаются в магазине. Ну что, приступим к готовке. Так, саке мы буквально 20 секунд подогрели в микроволновке, чтобы выпарился алкоголь. Затем мы выливаем его в даши. И сюда же выливаем соевый соус. Шою. Соус для хитащи у нас готов. Теперь его нужно немножечко остудить, потому что саке у нас теплое было. Пока он остывает, мы начинаем варить комацуну. В кипящую подсоленную воду кладем комацуну. Сначала, как вы видите, мы кладем стебли твердые. Потом, где-то через минуту, когда они у нас немножечко размягчились, мы стараемся окунуть в воду всю часть, да, вот там, где мягкие листики. Если у нас комацуна, мы ее варим 3-4 минуты. Для шпината, я думаю, будет достаточно около 2 минут. Смотрите сами по готовности, чтобы у вас не разварилось ничего. Вот мы комацуну отварили, прополоскали в холодной воде, отжали. И теперь нужно нарезать на кусочки, чтобы ее было удобно кушать. Порезали. И следующий этап. Нам нужно все это красиво уложить в тарелочку. Вот. И залить нашим соусом. Хорошо перемешать, чтобы соус немного впитался в овощи.
Здесь вы видите, что соуса получилось много. В принципе, можно кушать и так. Можно переложить еще в маленькую отдельную тарелочку только для себя. Например, вот такую. Вот так, аккуратненько. И все это дело нужно посыпать катсуобуши. Вот наше блюдо готово. Вот напоминаю, что сегодня мы готовили охиташи из овоща, который называется кумацуна. Также это можно приготовить из шпината, из, допустим, баклажанов или других зеленых овощей. Теперь пробуем. Итадакимасу. Очень вкусно. И, кстати, калорий совсем мало. Когда видишь такие блюда, понимаешь, почему все японки худенькие и изящные. Они едят такие блюда, в которых очень мало калорий. Конечно, не полнеют. Очень вкусно. Советую всем попробовать. Рецепт простой. Если вы увлекаетесь японской кухней, попробуйте приготовить это блюдо. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.